Правительство Якутии примет план действий по предупреждению роста цен на продовольствие и лекарства. Данный план включает мониторинг ценовой ситуации на рынке продуктов питания, цен на лекарственные препараты и непродовольственные товары. Кроме того, в плане предусмотрены мероприятия, направленные на изменение методики субсидирования в целях возмещения определенных затрат по доставке продуктов питания в северные и арктические районы, также на развитие импортозамещения. Проект распоряжения планируется рассмотреть на заседании правительства Якутии в апреле месяце.